Всем привет, друзья! Сегодняшнее мое видео будет посвящено канарейкам. Многие жалуются, что проходит линька, проходит лето, наступает осень, и кенер перестает петь. Как можно спровоцировать кенера на новую песню, ну, чтобы он запел? Бывает тогда, бывает после линьки кенер замолкает, бывает ожиреет. От хорошей кормежки, условно говоря, кенер жиреет, и жирный кенер тоже плохо поет. Итак, есть несколько секретов, как спровоцировать кенера, певца, на песню. Самый простой, ну и не очень эффективный способ – это налить в стакан воды и переливать с одного стакана в другой стакан воду. Журчание воды якобы провоцирует канареек на песню, но не особо работает. Есть другой способ, более эффективный. Значит, вам понадобится вот такой колокольчик, желательно. Он хорошо работает, который толстый, у него звук интересный. Тоненькие колокольчики могут тоже спровоцировать. В общем, надо пробовать. Сейчас я вам по порядочку все объясню. Давайте по порядку. Значит, у вас имеется кенер, который, вы знаете, пел, но сейчас не поет. Кстати, бывает такое, что покупаешь кенера, привозишь к себе в хозяйство, а он перестает петь или просто отказывается петь. Мы же не знаем, пел он, не пел. Хозяин утверждает, что пел. В общем, нам надо спровоцировать птицу. Итак, нам понадобятся колокольчики, желательно толстостенные, чтобы стенки колокола были толстые, у них тональность хорошая. И вот этот звук, вот эта тональность, она действует на нервную систему кенера. И, в принципе, кенер не выдерживает и начинает тоже давать свою трель. Сейчас посмотрим, как это все работает. А, еще помимо колокольчиков, таких вот чудесных колокольчиков, ну и помимо колокольчиков есть старый способ, добрый. Наверняка многие знают, кто не знает, я вам показываю. Берем обыкновенное чайное блюдце, переворачиваем его вверх дном, берем кухонный нож, и вот по этому ободочку донышка вводим ножиком. И получаем такой звук, на который тоже должен среагировать кенер. От этого звука аж мурашки по спине. И вот так вот можно периодически делать эти звуки с надеждой, что ваш кенер запоет. Не забудьте подписаться на канал. Итак, тональность колокольчиков. Или скрип старенького блюдца. Ну и по закону жанра кенер должен запеть. Ну, пускай не с первого раза, пускай со второго, может даже с пятого раза, но кенер ваш обязательно запоет. Всего вам хорошего, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, до скорой встречи, всем пока!